Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Как погода в Астане, в Нур-Султане? Дождик льет. Все в порядке. У нас за 30 в Алмате. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я очень рада вас всех сегодня увидеть здесь, онлайн. Большое спасибо, что откликнулись. И несмотря на то, что сейчас лето, все отдыхают, согласились поучаствовать. Особенно благодарю наших ученых, медиа-менеджеров и представителей ЮНЕСКО от имени фонда. Большое спасибо. Сегодня наше заседание второго МКС должен был открыть руководитель комитета информации Канат Жумабаевич, Канат Скахов. В данный момент он на совещании, и чуть попозже, я думаю, что через полчаса, возможно, он подключится. Он попросил извиниться перед вами. Поэтому я, наверное, первое слово дам Сергею Карпову. Сергей Карпов – специалист программы коммуникации и информации Бюро ЮНЕСКО в Алмате, по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану. Сергей, вам слово. Уважаемая Жайна Гуль, коллеги, здравствуйте. Я сейчас пробую открыть свой экран с тем, чтобы показать презентацию для тех участников, которые, возможно, не знакомы с показателями развития средств информации. И я хочу сказать, что эта система, эти показатели, они были разработаны ЮНЕСКО, ну, специально для измерения развития средств информации и представляет собой такой инструмент проведения комплексных исследований по выявлению проблем в развитии СМИ. Как правило, результаты этих исследований используются для разработки как госполитики или стратегии донорской помощи, ну, в области информации. И, конечно, МПРК, Международная программа развития коммуникаций, которая разработала на начале вот логотип, вверху видите IPDC, The International Program for the Development of the Communication. Это вот официальный логотип на сегодняшний день. Новый логотип мы не имеем, к сожалению, пока русскую версию, но тем не менее так он выглядит. И как я уже сказал, что данные, собранные вот в рамках подобного исследования, они позволяют сделать некий срез средств информации по шести направлениям. В данном случае речь идет о 2021 году. Мы делаем такой срез за 2021 год. По правовой среде и регулированию, по разнообразию СМИ, по платформе для обсуждений, потенциалу средств информации и инфраструктуре или доступу к инфраструктуре. В данном случае имеется в виду интернет, технологии, частоты и так далее. Ну и, собственно говоря, это обложка данной публикации. Вот результат, примеры из других стран. Как видите, здесь порядка 20 стран опубликовало уже подобные исследования. Мы с нетерпением ждем, когда в ноябре появится окончательная версия. В данном случае мы собрались с вами совместно с многосторонним консультативным советом, который включает в себя профессионалов СМИ, журналистов, редакторов, менеджеров, владельцев различных СМИ, как печатных, вещательных, коммерческих, вот, или лиц, определяющих политику, включая правительственных чиновников, старших государственных служащих, членов парламента, соответствующих комитетов, членов, а также других выборных должностных лиц, которые так или иначе имеют отношение к средствам информации. Регулирующие органы в области телерадиовещания, органы по рассмотрению жалоб на СМИ, комиссии по правам человека, гражданское общество, включая как национальные и международные группы, мы всех приглашали
И сегодня также рассылали дополнительно. Ну и, конечно же, без ученых, вот в категории других, мы говорим о том, что исследователи развития СМИ, провайдеры интернета, телекоммуникационные, операторы, юристы или юристы, занимающиеся вопросами СМИ, все они входят в МКС, наш консультативный совет. И этот совет предназначен для взаимодействия, валидации, выработки совместных решений и финальной оценки. Мы ожидаем, что вы поможете нам в какой-то степени оценить ту методологию, которую предложил ЮНЕСКО по измерению средств информации, и оценить те тексты, которые будут представлены сегодня исследователями. Ну, таким образом выглядит методология. Зеленая наша книжка дает 5 категорий для разреза средств информации, измерений средств информации. Затем публикация, практическое руководство исследователям, как, собственно, описывать PRC эти показатели. Методология написана Тоби Менделом, известным экспертом в области свободы выражения мнений. Ну и общий процесс применения также доступен на веб-сайте. Вот в пресс-релизах мы сегодня и раньше распространяли эти ссылки. Если кому-то нужно, я готов сбросить в чат. Ну и так, процесс представляет собой вот такую картину, что многосторонний консультативный совет помогает нам со сбором данных, с тем, чтобы исследователи, которые сегодня представлены в Zoom, часть из 5 исследователей сегодня доступна в нашей работе. Ну и MDQ, Media Demeter Kory, благодарим организацию за то, что она стала ведущей исследовательской группой и координатором этого исследования. Ну, собственно говоря, передавала в бюро ЮНЕСКО в Алматы промежуточные результаты, мы обсуждали эти результаты. И вот сегодня мы как раз посерединке находимся в зоне черновика бета-версии, когда мы постараемся представить сегодня вам это черновое исследование с тем, чтобы собрать ваши рекомендации и отклики. А дальше, после того, как черновик более-менее будет одобрен, и все ваши замечания будут собраны, мы отправим его на перевод и отправим в штаб-квартиру для комментирования. То есть еще предстоит нам полгода для того, чтобы финальную версию в ноябре представить. Таким образом выглядит вот наш график, что с 13 апреля по 18 мая мы обучали исследователей, уточняли роли, корректировали совместные планы работы, исследовали методологии. 7 июня был первый проект оценки на русском языке, 18 июля вторая встреча МКС. Ну и для вашей информации, что для языкового разнообразия, конечно, мы казахский язык также был очень важным языком исследований, поэтому мы перевели показатели на казахский язык, и все эти методические материалы также были доступны на казахском языке, поскольку часть средств информации работают на казахском, и, конечно, это очень важный, так сказать, момент для того, чтобы собирать информацию не только на русском языке. Поэтому часть может быть представлена на казахском. Ну и 25 июля мы ожидаем, что сборная солянка из этих отдельных файлов уже будет представлена как текст, и затем мы ее начнем переводить. 20 октября готовы к публикации окончательный вариант на английском языке и итоговый краткий отчет. Я надеюсь получить также от Media Demeter Kory. Спасибо всем участникам за возможность представить эту короткую презентацию. Большое спасибо, Сергей. Я хочу отметить, вот у нас сегодня сидят ученые, да, медиа-менеджера, что до этого у нас проходила первая встреча МКС. Очень многие медиа-менеджера помогали, давали свои рекомендации. И сегодня я тоже надеюсь, что очень много рекомендаций будет, потому что мы сегодня включили совершенно новых людей, руководителей, менеджеров телеканалов «Казахстан», «Казрадио» и других людей. Я думаю, что они подключатся.
И хотела поблагодарить, да, тех людей, которые дали нам рекомендации первой встречи в МКС. Сейчас я хотела бы предоставить слово Диане. Диана, вы готовы? Да, да, секунду. Да. У вас есть возможность шерить ваш да, информацию? Да, да, да. Всем добрый день еще раз. С удовольствием поделюсь начальными итогами нашей работы. Ну, конечно, скажу, что это еще драфт. Утром, поэтому если что-то буду путать, давайте посмотрим. Наш взгляд должен быть в отчете. Так, я хочу начать с первого раздела. Это второй раздел открыла. Сейчас. Вот. Первый раздел про свободу слова, да, и все, что с этим связано. Так, вот, показатель один. Ну, собственно, я могу сказать, что мы собрали, да, такие основные скелеты, то есть что происходит и сейчас, вот их тут где-то будут какие-то по тексту замечания, там, желтым-зеленым, это то, что мы сейчас какое-то мясо, да, наращиваем, примеры, ссылки и так далее, и так далее. Ну, первое, традиционно, это законы, которые гарантируют свободу слова, в принципе, мы их все перечисляем, и Конституция, и присоединение Казахстана к международным документам. И здесь же будет статистика про то, сколько рассмотрено дел в отношении нарушения статьи на свободу слова в Комитете ООН по правам человека. Сейчас мы эту статистику готовим. Также есть наш кейс как раз 2021 года, выигранный кейс по правдивой газете, когда мы тоже участвовали в написании и получили уже ответ от Комитета ООН по правам человека. В общем, здесь перечисляется все, что говорит у нас закон. И далее идет ссылка на государственное участие, то есть каким образом государство влияет на ситуацию свободы слова. Это, конечно, в первую очередь финансовое воздействие, потому что это такие беспрецедентно большие суммы и механизмы, каким образом происходит это влияние. И также идут ссылки, опять же, на контролирующие законы. Это законы о чрезвычайном положении. Это новое официальное понятие пропаганда, которое есть в законе о СМИ. Опять же, ссылки на рейтинги Казахстана в различных рейтингах по свободе слова и по свободе интернета в том числе. Ссылка на то, что сейчас рассматривается новый закон о СМИ, то есть он был, инициация его рассмотрения начата была уже несколько лет назад, и как все это происходило, то есть мы обо всем этом упоминаем. И плюс какие-то положительные изменения, это отмена уголовной ответственности за клевету у нас, и далее мы перечисляем проблемы, с которыми журналистами сталкиваются. Это в первую очередь доступ к информации и что здесь происходит обычно, да, самого неприятного, то есть это отказы, это отписки, нарушение сроков и так далее. Также отдельный пункт посвящен у нас интернет-регулированию, это понятие сетевых изданий. Каким образом они регистрируются, какие тоже существуют с этим проблемы, какая, собственно, существует сейчас процедура в данный момент. Также мы упоминаем про уполномоченного по правам человека, по уполномоченных по доступу к информации в Казахстане. Ну, опять же, я также сделаю такую ремарку, что, скорее всего, все это будет более структурировано. То есть сейчас это такой драфт немного лохматый, мы его будем причесывать и немного менять структуру, чтобы все блоки были там, логично связаны друг с другом. Дальше право на информацию, это как раз про доступ к информации, здесь рейтинг Казахстана, ссылки на закон о СМИ, опять же на закон о доступе к информации, на новую процедуру обжалования по административно АППК, который был тоже принят в 2020 году,
Ну и опять же, вот какие проблемы существуют и связь этих проблем с пандемией, потому что ну, необходимо также указать, насколько ситуация изменилась в связи с пандемией. И как, еще очень важный момент, каким образом журналистское сообщество и гражданское общество в этом участвовало. То есть какие меры предпринимали, какие писали открытые письма, что делали для того, чтобы ситуацию улучшить. На мой взгляд, об этом очень важно упомянуть, потому что это действительно ну, был очень такой положительный опыт, который сегодня можно приводить в качестве ну, какого-то именно примера для подражания, то есть что делали журналисты для того, чтобы отстаивать свои права. Упоминаем также общественный комитет по саморегулированию, который у нас тоже был создан в 2021 году. Так, ну и упоминаем также комиссия по доступу к информации, которая существует в министерстве нашего, министерстве информации, как она работает, собственно, какие у нее есть полномочия и насколько она вообще активна и так далее. И здесь также у нас идет еще отдельный блок, тоже будем его структурировать. Про общественные группы. Это экспертная группа по цифровым правам, которая участвовала в обсуждении закона о защите персональных данных. Это у нас есть такой национальный совет заинтересованных сторон по валидации, по прозрачности добывающих отраслей. То есть это все связано с доступом к информации именно. И каким образом, какими механизмами вот эти группы добивались изменений в законодательство, в практику и так далее. Дальше блок про редакционную независимость. К сожалению, наверное, здесь мало есть что сказать хорошего, потому что у нас существует самоцензура, это очень распространенное явление. Опять же, это связано в основном с государственными СМИ, которые полностью финансируются из бюджета. И также здесь мы говорим о мониторинге информационного пространства. Опять же, это делает Министерство информации, у него есть специальный центр информации. Далее у нас есть примеры про, опять же, ну, права журналистов, когда журналисты отстаивали их и подавали в суд на защиту своих прав. Это вот именно там кейсы по судебным репортерам, по статьям ну, различных изданий. Здесь вот они, тоже мы их причешем, Hola News и так далее. Отдельный блок будет про освещение выборов. То есть с какими журналисты сталкивались проблемами, какая была, насколько был доступ обеспечен к информации во время выборного процесса, во время предвыборных кампаний в последние годы. И опять же, это тоже все подкреплено ссылками. Так, также кейс про воспрепятствование законной деятельности журналиста, потому что у нас существует статья, но ни разу она не применялась в защиту журналистов. И вот в конце прошлого года была попытка это сделать, когда журналистка обратилась в суд на депутата парламента Бекбулата Тлеухана, но, к сожалению, пока это не завершилось успехом, потому что суд решил, что нет в его, не было в его действиях состава, да, преступления именно, воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Так. Дальше. Также мы говорим про защиту источников информации, журналистскую тайну, как она у нас соблюдается тоже, либо не соблюдается, какие есть примеры, которые иллюстрируют ситуацию. Очень важный момент, который мы думаем, что нужно отметить, это проблема разглашения данных досудебного производства. То есть это очень распространенная сложность в деятельности журналистов, когда правоохранительные органы и прокуратура на основании там, статьи вот, 423 говорит, что вы не можете разглашать данные, и мы вам эти данные не дадим. И таким образом очень большой пласт информации из правоохранительных органов, он скрыт от журналистов, и получается, что они должны искать информацию из альтернативных источников, не всегда объективных и достоверных. Так, участие общественности и организации гражданского общества.
Здесь у нас достаточно много тоже информации, потому что НПО были очень активны в последние годы, особенно вот в период пандемии. Далее у нас вопрос про систему регулирования вещания, и, к сожалению, здесь мы больше делаем, отмечаем, что, к сожалению, система недостаточно независима, и, ну, по сути, тоже существует государственная монополия в сфере телерадиовещания, когда нет общественной формы вещания, но при этом очень развита система именно контроля и мониторинга со стороны государственного органа Министерства информации. И, к сожалению, нет независимого органа, который бы мог принимать какие-то решения либо влиять на решения министерства. Так, это вот мы сказали. Про диффамацию тоже у нас достаточно большой блок, потому что есть много кейсов, связанных и с клеветой, и с защитой чести, достоинства и деловой репутации. Мы также их приведем. Также необходимо отметить аккредитацию. Это новые правила аккредитации, которые тоже были приняты в 2021 году. И это был тоже хороший пример, когда журналисты пытались отстоять свои поправки. Но, к сожалению, тем не менее, текст был принят этих правил, где включили модератора, который может, скажем, как это было в период онлайн-совещаний, модератор мог просто отключать журналистов, которые задавали, например, много вопросов или задавали какие-то, на его взгляд, не очень приятные вопросы. То есть вот про эти новые правила аккредитации также необходимо упомянуть. Ну и, конечно, статистика судебных дел, то есть в отношении журналистов и по именно клевете, по гражданскому кодексу, по защите чести, достоинства. И отдельные несколько есть статей, особенный состав, да, это оскорбление государственных служащих и проблемы, которые мы здесь перечисляем, это отсутствие срока исковой давности тоже по делам, связанным с защитой чести и достоинства. Ну, к счастью, я думаю, в новом законе о СМИ это уже появится. И та система, которая у нас существует сейчас, это право на ответ и опровержение, потом освобождение от ответственности журналистов, если там информация, в каких случаях они не несут ответственность. И, естественно, вот кейсы, которые были у нас тоже в 2021 году, и в регионах, да, и в республиканских СМИ. И тоже ссылка на закон о выборах. Так, статья обязательно, конечно, 174-я, это разжигание различной розни, статистика по ней и какие-то тенденции, которые существуют. Четвертое – это распространение заведомо ложной информации. Это такая статья про фейк news, как мы ее называем, и тоже примеры, кто был привлечен, на каком основании, да, и какие итоги. Так, и также вот про цензуру мы здесь включили блок про возможность государства блокировать сайты, то есть как это происходит, и по решению суда во внесудебном порядке, кто имеет на это право, каким образом это происходит, ну и, конечно, по статистике. Вот, это по первому разделу. Если есть какие-то комментарии, предложения, пожалуйста, я готова их выслушать. Диана, у вас есть какие-то рекомендации? Может, что-то мы забыли. Да, ну рекомендации будут, рекомендации там, в принципе, приводить законодательство в соответствии с международными нормами, да, больше, скажем, больше изменять законы в сторону не регулирующих и таких надзирательных, а в сторону дающих права и какие-то большие, скажем, для журналистов возможности, да, и гарантирующие их права и их свободу слова. Ну и там по каждому отдельно тоже, по каждому блоку, например, по диффамации у нас есть рекомендации, что там принять вот этот вот срок исковой давности,
там, рассматривать дела и какую-то судебную практику приводить к какому-то единообразию. Потому что у нас сейчас очень часто судебные решения очень разные по одной и той же категории дел. Да, Сергей, пожалуйста. Да, просто быстрый вопрос. Как вы думаете, сколько у вас будет рекомендаций вот по двум категориям? И насколько эти рекомендации, вот ваша оценка, ну, так сказать, они операционные, они могут быть выполнены? Вы имеете в виду по двум категориям? Это MDI, да, исследование и показатели развития средств информации, да. Вот те категории, по которым вы работали. У вас общий объем, ну, там, 10 или 15 или 30. Вы сейчас не можете? Я думаю, их будет порядка 20. И если говорить про их исполняемость, да, то, да, в принципе, есть вероятность их исполняемости, потому что сейчас мы, знаете, работаем в рабочей группе по новому закону о СМИ, и часть рекомендаций, которые здесь будут, в принципе, они уже в этом представлены министерству и, ну, уже одобрены, скажем так, пока. Ну, как бы еще не официально, но уже министерство говорит, что да, мы с этим согласны, это нужно менять. Спасибо. У меня больше нет вопросов. Коллеги, у кого-нибудь будут еще пожелания, рекомендации? Оскар, по-моему, у нас здесь есть... Жан-Бота поднял. Жан-Бота, окей, ага. Да. Слушай, я хотела вот просто с тобой маленькое замечание сказать. Ваш отчет, Диана, я вас знаю, да, в Фейсбуке, по крайней мере, больше похож на положение журналистов. При этом примеры даются в основном вот только, вот, можно сказать, оппозиционного взгляда журналистов, что ли, о положении вообще СМИ мало. И мне кажется, я хочу рассказать, что мы в прошлом году участвовала я в проекте подготовка отраслевых менеджеров, и там это в рамках программы «Елимыта» мы бесплатно работали как волонтеры, да, разработали коммуникационную политику вообще в направлении там спорта и так далее, много чего увидели, как вообще анализировали, как выстроена коммуникация государства с гражданами. Там был анализ об отраслевых СМИ там и так далее. Ваш отчет больше похож на положение, отчет о положении журналистов. Нет, Жан-Бота. У вас же отчет должен быть у ЮНЕСКО, да, который вот это разрабатывает о положении СМИ Казахстана. Поэтому мне кажется, нужно показать вообще ситуацию со СМИ, а не журналистов. Разрешите, я отвечу, Жан-Бота. Большая проблема. Вот в прошлом году, когда в рамках этого проекта три группы было. Медиа-1, Медиа-2, Медиа-3. Первая исследовала тему именно вот СМИ, положение СМИ в Казахстане. Вторая группа исследовала медиа-измерение. Третья группа мы исследовали, как вообще выстроена коммуникация, как вообще государство реализует политику коммуникации с населением. И я прошу учесть вот эти опыты и привлечь тоже вот наших людей тоже. Вот мое предложение. Жанбута, ваша фамилия, представьтесь, пожалуйста. Тулеген Жанбута. Я в журналистике работаю 20 с чем-то лет. Я сама закончила вообще-то не по журналистике, я закончила институт в Москве в 92-м году, а с 96-го года в Алмате работаю как журналист. Сейчас создаю свой сайт. Благодарю вас. Благодарю вас. Сергей, вам слово. А комментарии по методологии. Жан-Бота, спасибо за ваши комментарии. Дело в том, что мы рассматриваем право граждан на информацию, право граждан участвовать в средствах информации. То есть речь не идет только о правах журналистов или СМИ. Здесь комплексно рассматривается в контексте свободы выражения мнений и реализации этого права. Я поняла, у вас отчет о положении СМИ в Казахстане, да? Общий СМИ. Нет, не только о положении СМИ. Это касается как граждан в целом, это касается СМИ в отдельности по раздельным аспектам. И когда вы говорите о взаимодействии государства и населения, то это тема доступа к информации. Поэтому тема доступа к информации, она хорошо тоже уже исследована и представлена в этом отчете. Ну просто чтобы мы понимали,
что ЮНЕСКО берет несколько шире, чем классический подход только отдельно СМИ, отдельно граждане, то есть граждане и СМИ вместе здесь, и журналисты также. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Жамбута, за ваши комментарии. Я бы хотела бы сейчас предоставить слово профессору, доктору журналистики Айтмухамбету Уразбайлы Есдаулетову, чтобы он представил нам его комментарии, его отчет по его части. Да? Айтмухамбет Уразбайлы, вы готовы? Звук отключен. А, хорошо. Да, мы вас слышим. Мы вас слышим, я поделилась, да. Ага, я думал, вторая категория пойдет. А. Тут. Думаю, что уже третья категория, да, можно. Да. Угу. Ну, здесь у меня вот средства информации отражают многообразие общества, то есть какое у нас общество, как СМИ все это отражает, как освещается. И то есть государственные, негосударственные, общинные СМИ, как у них идут. Вот, например, 3.1 у нас средства информации государственные, частные и общинные обслуживают потребности всех групп населения. Ну, это уже да, рассматривали. Но в этом отношении и были замечания, я исправил. В некоторых местах, я думаю, эмоциональность надо будет еще убрать, но я... Вот по государственным, вот точно так же, как выводы сходятся, что государственные СМИ, там журналисты особо, как у них самоцензура. Диана Кейт, это, наверное, отражается тоже вот эти моменты. Ну, то есть казахстанские СМИ здесь отражаются, отражают все, что необходимо. И у меня только вот экран не виден. Ага, чуть-чуть, если видите. Потом, что можно сказать? 3.1, потом идет следующий момент, это когда отражает, который отражает лингвистическое разнообразие зоны. Здесь по лингвистическому разнообразию у нас в Казахстане, то есть в этом проблем, я думаю, нет. Ассоциация, то есть Ассамблея народов Казахстана была создана, и на сайте Ассамблеи народов Казахстана, то есть отражены, какие СМИ у этнических меньшинств выходят в Казахстане и так далее. И там все дается. Вот здесь вот лингвистическое разнообразие, в этом отражении есть. Но здесь я почему-то не заметил. Включили «Огни Алатау», областную газету, сейчас в Жетысурской области, раньше Алматинская была. Как... НК включили как этническую газету русскую, а вообще это областная газета. А в этом списке нет «Украины новины», где главный редактор Чернега. В этом списке не оказалось. Я здесь приложение указал, то есть дал приложение. Ну, количество СМИ, какие языки отражаются, все здесь сказывается. Я показал. Ну, потом следующий момент в этом пункте есть такое, ну, иностранные СМИ, которые представлены в информационном поле Казахстана, то есть мы, наше население, то есть она пользуется не только теми СМИ, которые издаются или выпускаются, освещаются в Казахстане, но и те, которые доступны по всему миру, мировой общественности, и они без ограничения к нам поступают. В этом отношении можно сказать, очень хорошо, нет ограничений, нет цензуры. И любую информацию в мировом пространстве можно получить. Ну, количество иностранных СМИ, которые у нас тоже вещают, вот эти моменты. Потом, вот
Еще можно ниже. Вот какие СМИ по регионам у нас представлены. Какие из них интернет-СМИ, какие электронные СМИ, какие печатные СМИ и так далее. Вот эта таблица дается. И следующее идет у нас язык, языковое. То есть язык, используемый маргинальными группами. То есть если взять Казахстан, она многонациональное государство. То есть говорят у нас 130 этнических групп народов, хотя один народ Казахстана. То есть и вот количество в процентах я показываю, какое разнообразие населения у нас в Казахстане идет. И в этом отношении лингвистические группы, маргинальные группы. Одни языки знают, только одна группа знает только русский язык, другие знают только казахский язык, или знают два языка и так далее. А есть группы, которые знают уже три языка или два. Свой родной, может быть, украинский или узбекский, и русский или казахский язык знает, или государственный, официальный. И вот все это как раз СМИ, как бы по... Хорошо, что у нас есть такие, как АНК, потом и другие направления, не только государственные, но и коммерческие. Они все ориентируются на это группы населения, на маргинальные группы. И вот можно еще чуть-чуть ниже здесь. Вот здесь. Там ну, приводятся данные, сколько, какие СМИ пользуются только на одном языке, на казахском, русском и так далее. Потом идет, а вот это у нас информация, например, для коренных жителей, да, и для беженцев. Ну, вот здесь для коренных слоев населения, то есть, ну, это все СМИ доступны, можно сказать, кроме тех, которых они не знают. А вот если взять для беженцев или других слоев населения, здесь тоже рассматривается. Но в Казахстане беженцев, можно сказать, нет. Есть малое количество беженцев из Китая, которых Казахстан иногда отказывается принимать, и они выезжают за рубеж. Но они этнические казахи, знают коренной язык. И для них таких проблем нет. Вот эти факты я здесь привожу. Так, и государственные общественные СМИ. Информация, представляемая СМИ, доступна. Ну, то есть для женщин, для всех. Но здесь я еще не смог привести пример. Наверное, здесь нужно будет провести социологический опрос, если получится. По гендерному доступности. Я недавно только узнал, у нас в Казахстане издавалась газета, нет, журнал «Казахстан Эйлдери». Я думал, этот журнал закрыт. Мне недавно сказали, нет, журнал есть, он издается и так далее. И можно включить про этот журнал, но он полностью... всю аудиторию женскую не охватывает, для них модные журналы нужны и так далее. Но это можно будет только опросом представить. Вот такое по другим пунктам тоже я рассматриваю, но я, наверное, потом уже представлю. Улькен Рахмет, большое спасибо. По вашему пункту комментарий хочет дать Динара Тусупова. Динара у нас аналитик структуры ООН «Женщины в Казахстане». Динара, мы вас приветствуем. Представьтесь, пожалуйста. Динара, по 3.1 и по 3.2 да. Там тоже. Ага, пожалуйста, хорошо. Динара, вам слово. Рахмет, Салимет Дерме. Исмам Динара Кусаин. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Біріншіден Біріккен ұлттар ұйымы әйелдер құрылымы атынан осы іс-шараға қатысып отырғаныма қуаныштымын. Жаңағы біз ЮНЕСКО ұйымының ұсынылған құжат өте өзекті, қазіргі таңда керек. Және өзім қазақ тілді медиаға қолжетімді болғанын толықтай қолдаймын.
Также очень полезная информация была предоставлена общественным фондом «Правовой медиацентр». Диана, благодарю. Буду очень признательна получить ваш документ, если можно, чтобы мы также могли поделиться им, изучить его с коллегами вместе с нашими партнерами. Акену Разбаевичу тоже большое спасибо. Очень подробную статистику вы предоставили. Буду также благодарна тоже, если сможете поделиться. У меня единственная маленькая ремарка, я бы тоже дополнила. На самом деле, с момента независимости Казахстан предоставил где-то 10 тысячам человек статус беженца в нашей стране. В принципе, подробную статистику можно получить в UNHCR, это Управление Верховного комиссара по делам беженцев в Казахстане, и в том числе, вот в числе последних, в основном, это граждане Афганистана. И более того, есть большой совместный проект Евросоюза и структуру ООН, в том числе наша структура ООН «Женщины», как раз-таки по поддержке афганских женщин. Вот буквально летом стартовала летняя школа для афганских женщин, которая проходит в Алматы. Ну, это как бы, да, в порядке информации. Хотела бы отметить, что ООН «Женщины» является основной структурой ООН по продвижению вопросов гендерного равенства и расширения прав и возможностей девочек и женщин. И мы в нашей работе стараемся уделять большое внимание сотрудничеству с медиа и СМИ. В этом году, например, мы в сотрудничестве с нашим национальным партнером, это Национальная комиссия по делам женщин, семейной и демографической политики при президенте Республики Казахстан, мы провели семинар для журналистов по гендерным стереотипам в языке СМИ. А вот буквально недавно мы были с организаторами международного семинара по Центральной Азии «Вопросы по гендерной чувствительности в освещении СМИ именно вооруженных конфликтов». Вот данный семинар, он прошел в рамках совместного проекта Евросоюза и ООН по реабилитации и реинтеграции граждан, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов. Это в основном из Сирии и из Ирака. В том числе большой фокус был уделен именно гендерной чувствительности, потому что очень большая часть вернувшихся – это были как раз-таки женщины и дети. Также в этом году такой анонс тоже. В этом году стартует в Центральной Азии, в том числе в Казахстане, стартует большая коммуникационная компания He4She. Это известная глобальная компания. Ее целью является именно вовлечение мальчиков и мужчин к искоренению гендерных стереотипов в обществе, а также гендерного насилия и вредных практик в отношении женщин и девочек. Ну и, конечно же, традиционно с 25 ноября по 10 декабря в Казахстане будет реализована, мы будем организовывать ежегодную глобальную кампанию «16 дней активных действий против гендерного насилия». Мы приглашаем наших партнеров, казахстанские СМИ к сотрудничеству, и структура ООН «Женщины» в Казахстане, конечно же, продолжит свою активную работу в рамках своего мандата. Біріккен ұлттар ұйымы әйелдер құрылымы, БАХ пен медиалар мен ынтымақтастыққа толықтай дайынбыз. Аман болыңыздар, назарларыңызға көп рахмет. Динара, үлкен рахмет сізге. Көп пікір қосқаныңыз және шақыруыңызға. Журналистер отыр қазір осы аудиторияда, олар үшін де қызықты ақпарат болады деп есептеймін. Дәл қазір егер қарсы болмасаңыздар, Қанат Сықақ қосылып отыр, ақпарат комитетінің төрағасы. Қанат, сізге сөз берсек. Канат Жумабаевич. Да, просьба отключить экран. Да. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қайырлы күн. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Баршаңызға өте қуанышты. Баршаңыз өте қуанышты көруге. Жалпы орыс тілді айтқан жөн шығар. Иә, орыс тілінде жалғастыра беріңіз, өйткені аудиторияның көпшілігі орыс тілінде. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел бы, во-первых, поблагодарить участников за то, что пригласили меня принять участие в сегодняшнем мероприятии. Действительно, вопросы отрасли. Я являюсь председателем комитета информации, Канат Искак, забыл представить, я прошу прощения. Для нас, естественно, развитие отрасли, медиа-отрасли, ее повышение конкурентоспособности, укрепление вопроса свободы слова является краеугольным камнем нашей работы. Я бы хотел поблагодарить офис ЮНЕСКО за вот, именно за реализацию, за начало реализации вот данного проекта, в котором анализируется развитие нашей отрасли. Я бы хотел вкратце, если позволите,
сказать основные базовые вещи, которые мы бы хотели в нашей отрасли видеть, как уполномоченный орган в сфере информации. Действительно, в нашей стране зарегистрировано более 5000 средств массовой информации. И это говорит о том, что, во-первых, сама сфера информации очень живой, мобильный организм, постоянно происходят различного рода изменения, открываются новые СМИ постоянно, с одной стороны. С другой стороны, это говорит о либеральности системы регистрации СМИ в Казахстане. То есть для того, чтобы зарегистрировать СМИ, образно говоря, она носит скорее у нас уведомительный характер. То есть там достаточно очень мало требований, связанных с тем, чтобы открыть СМИ. И это является для нас одним из самых достижений. То есть для нас, для любого гражданина или группы открыть СМИ не является какой-либо проблемой и не стоит вопрос о том, что мы не регистрируем или ставим препятствия регистрации. Мы это рассматриваем как дополнительную госуслугу. В целом это является ключевым фактором развития нашей СМИ. Вторым вариантом развития для нас СМИ прежде всего является повышение конкурентоспособности СМИ, да, то есть как бы важнейшим инструментом, который является между связью между обществом и государством. И мы рассматриваем в том плане, что никак у нас в стране, учитывая, что регистрация либеральна, в то же время и закрытие СМИ практически невозможно, потому почему у нас ликвидируют СМИ только по двум причинам. Это решение суда или решение собственника. И второй вопрос. Именно исследования, которые вот проводят по проекту ЮНЕС, для нас очень важны. Мы хотели бы тоже участвовать, видеть и будем участвовать. Насколько требуется именно дальнейший путь? Как нам идти? Что мы видим? В каком направлении нам идти? И это очень корреспондирует с разработкой нового законопроекта в области СМИ. Это будет, конечно же, тоже положено в основу, концепцию этого СМИ, этого закона. Да и в целом я бы хотел, чтобы не только к нашей работе и к работе по разработке законопроекта, даже и к этому проекту я приглашаю всех представителей медиасообщества, экспертов, медиакритиков, отраслевых журналистов, чтобы приняли активную участие в реализации данного проекта. Вот этот синергетический эффект, он даст очень качественный толчок для дальнейшей сферы, поскольку те разрабатываемые показатели и те разрабатываемые вещи, которые будут в проекте, существенно нам помогут. Поэтому, уважаемые коллеги, я благодарю, что вы нас пригласили. Меня лично как гражданин, да и в целом как медиа-менеджера, вернее, как государственного служащего, который работает на развитие и повышение конкурентоспособности медиасферы, очень импонирует и очень привлекает внимание данный проект. Спасибо большое. Канат Жумабаевич, большое, огромное спасибо вам. Я бы хотела отметить то, что Канат Жумабаевич до этого, по-моему, пару недель назад давал интервью нашим исследователям, как раз-таки Харуна Мусаева. Большое спасибо, он дал очень много информации о документациях, какие у нас стратегические документы имеются в сфере. За это вам большое отдельное спасибо. Касательно четвертого блока, А комментарий можно? Комментарий, да, если хотите, да. Сергей, вы хотите комментарий дать, да? Да. Канат Жумабаевич, мы, когда открывали нашу встречу, вот очень жаль, что не удалось вам увидеть начало. Ну, собственно говоря, почему мы сделали это исследование? Прежде всего, для того, чтобы использовать подход, основанный на данных, на точных данных по возможности. И именно поэтому мы собираем такую многостороннюю группу с тем, чтобы взгляды совершенно разных групп услышать. И мы сегодня выступала журналист Жанбата Тулеген, которая также нам говорила о своем участии в других проектах. Мы услышали, что Динара Кусаинизон, женщины, представила определенные данные. И за это мы благодарны всем вот участникам этого процесса. Дело в том, что действительно будут разработаны рекомендации по каждой категории. У нас 4-5 категорий.
И в каждой из них либо это потенциал средств информации, либо доступ к инфраструктуре, либо это СМИ как площадка для демократических обсуждений. В данном случае по каждой из этих категорий мы ожидаем от 5 до 7 рекомендаций отдельных. Они могут влиять на законодательную базу, на политику в области СМИ. Они могут влиять на качество журналистики через пропаганду международных стандартов в области журналистики и качественной информации. Также они могут влиять на права человека и на права граждан. В частности, гендерный аспект – это особый аспект. По ним у нас есть специальные индикаторы гендерной чувствительности. Но вот в данном исследовании мы затрагиваем только несколько базовых элементов гендера. И еще раз благодарю программу ООН «Женщины» за то, что вы говорите о проблеме насилия в обществе, о том, каким образом СМИ могут решать эту проблему, и в том числе и участие женщин в управлении средствами информации, так и в содержании, как в рекламе или же в новостях, как изображена женщина и мужчина в том числе. Потому что гендер – это не только о женщинах. Гендер – это мужчины, женщины, все вместе, это все общество. Вот поэтому мы благодарим вас за участие. Ваше участие говорит о том, что работа ведется в верном направлении. Мы будем вырабатывать эти рекомендации. Поэтому с удовольствием ждем ваши комментарии на тексты, которые мы вам вышли. Спасибо. Ну и это относится ко всем участникам, данной встречи. Спасибо. Спасибо большое. Следующая категория у нас называется «Наращивание профессионального потенциала и поддержка института, укрепляющая свободу слова, плюрализм и разнообразие». По этому пункту у нас работает Карла Мусаева. В данный момент ученая, профессор, она находится за рубежом международной научно-практической конференции, поэтому она не может сегодня участвовать. Я, наверное, вкратце объясню ее блог, и дальше уже медиа-менеджера в сфере могут дать. Извините, у меня есть, Жайна Гуля, у меня есть вопрос, ремарка небольшая. Можно? Хорошо. Да, я просто, пользуясь случаем, хотела обратиться тоже, только что выступил, представитель комитета информации. Сергей, вам тоже спасибо за отзыв. Я хотела бы сказать, что нас очень тревожит именно гендерные стереотипы в средствах массовой информации, в языке СМИ, особенно в том числе в освещении такой большой проблемы, как бытовое насилие. К сожалению, освещая данные вопросы в СМИ, часто, наоборот, оказывают медвежью услугу, потому что тот язык, которым они освещают данную проблему, он, наоборот, способствует в том числе виктимблеймингу. Например, приведу такой практический пример. Был такой кейс, когда телеканал, республиканский телеканал, осветил информацию, как один мужчина избил свою сожительницу и избил 4-летнюю дочь данной женщины. И, к сожалению, в сюжете данного канала крайне неделикатно была представлена данная новость. Во-первых, подозреваемые назвали, цитирую, сразу 3 раза в течение одного сюжета, который, как вы знаете, на ТВ-канале длится буквально 1,5 минуты, его назвали за 1,5 минуты герой-любовник, бойфренд и возлюбленный. Естественно, данная подача информации, опять-таки, ведет именно к тимблеймингу данной женщины, хотя она обратилась за помощью, да? Потом канал пошел еще дальше. Было показано интервью у ребенка. Интервью взяли у ребенка, у 4-летнего, и заставили на камеру рассказать о пережитом. Не был использован блюр-эффект. Ребенок был показан. Я так понимаю, что да, формально они взяли разрешение у мамы, но мама не является юристом, она не владеет юридической техникой, а все этические кодексы говорят, что детей показывать нельзя, и тем более заставлять его заново переживать данную ситуацию, да, то есть были нарушены все этические нормы. А что касается самого насильника, человека, который совершил насилие над ребенком, его просто скромно назвали спортсменом по имени Амир, который занимается борьбой, и все. И, к сожалению, у нас очень часто происходит так, что когда приходят какие-то новости, материалы в СМИ о случаях бытового насилия, именно в открытом доступе публикуются данные жертв насилия, а об обвиняемых всегда скромно умалчиваются.
Вот. Поэтому я хотела бы вот спросить, что делается или планируется делать для того, чтобы эту практику искоренять, то есть внедрять какие-то, может, дополнительные, не знаю, этические нормы или проводить повышение квалификации у редакторов СМИ, у медиа-менеджеров и так далее. Спасибо. Я могу быстро ответить, если позволите. Да, дело в том, что ЮНЕСКО подготовила специальную программу учебную по освещению тематики насилия в отношении женщин и девочек. И вот эта учебная программа, она сейчас находится в процессе разработки в Казахском национальном университете. Как вы знаете, платформа, то есть массовые открытые онлайн-курсы для журналистов, они доступны не только для порядка 30 факультетов журналистики, но также и для действующих СМИ, и для неправительственных организаций через интернет. И мы надеемся, что вот первый семинар, который мы провели в 2020 году, он станет основой для формирования вот именно освещения, качественного освещения проблемы насилия. И в то же время повышение осведомленности средств информации об этой проблеме и о том, как именно использовать технологии, как делать этот блюр, каким образом опрашивать, кого опрашивать, должен ли быть журналист, женщина или мужчина. И когда вот касается тематики насилия, ну, очень много рекомендаций там имеется. Просто я хотел сказать, что в этом направлении работа идет, и наши коллеги, как раз вот вы плавно подвели нас к четвертой категории, это наращивание профессионального потенциала и поддержка институтов, укрепляющих свободу слова. Да, мы хотели ответить на все ваши вопросы, да. Вы нас, как раз-таки у нас четвертый блок, четвертая категория охватывает вопросы наращивания профессионального потенциала, и здесь идут обучение полностью, не только медиа-обучение, повышение квалификации журналистов, обучение по буллингу, очень много тем охватывается, и ученые отвечают, что как бы тренинги доступны для СМИ, то есть нету нехватки как таковой, да. То есть Каругам Саева пишет о четырех основных игроков. Сейчас. Ага. Так, она охватила Интерньюс Казахстан, медиашколу, Международный центр журналистики Медианет, правовой медиацентр, фонд Адельсюз, центр поддержки журналистики Фламбер. Этими организациями было организовано очень много семинаров, тренингов, да, например, Интернет Нетворк Интерньюс до этого времени организовал общую сложность обучения 3000 специалистов в сфере СМИ. Это телевизионные работники, это работники радиостанции Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Да, и правовой медиацентр провел обучение около более 1000 семинаров, тренингов, мастер-классов. Медианет проводит тоже ежегодно очень много семинаров обучающих, тренингов, да, 800 человек. Очень много тут дат. Мы видим очень много цифр в этом блоке. Адельсюз проводит тоже очень много семинаров. И Мынбер, по-моему, Центр поддержки журналистов тоже очень много проводит семинаров. ТОТ проводит тренинги для тренеров. Да, очень много можно тут. Отдельно нужно сидеть и читать. Я бы отдельно хотела бы отметить работу министерства тут. В 2021 году в Казахстане стартовала система работы в области повышения профессионального уровня кадрового потенциала в отрасли. Для этого был разработан специальный план по обучению специалистов медиасферы, запланированный на 2020-2021 годы. То есть согласно этому медиаплану прошли обучение 50 журналистов на базе одного университета. Очень много тут дат, да. И единственная проблема, которую озвучивают ученые, это вот. Если позволите, хотел прокомментировать. Да-да-да. Ага. Уважаемый Сергей Аркадьевич, Динара, вы подняли очень хороший вопрос, очень ключевую проблему, которая существует, к сожалению, в нашей жизни. Первое, чтобы кратко сразу, то, что вы озвучили, это вопиющий факт. Тут вопросов нет. Я бы даже предложил, может быть,
совместно я могу нам передать этот значит, репортаж или кейс, мы, соответственно, естественно, проведем все необходимые мероприятия по проверке соответствия этическому, да и в целом законодательству, поскольку это недопустимо. Это первое. Второе, мы данный факт используем кейс, как нельзя это проводить. То есть как нельзя освещать вопросы, связанные с бытовым насилием, насколько это очень серьезная проблема, особенно, естественно, ее освещение. То есть как бы это приводит к тому, что некому формированию в обществе заранее вины женщины, да, в этом ситуации, это недопустимо, еще раз повторяю. Поэтому если будет возможность, пожалуйста, передайте нам, мы работу проведем профилактическую и будем использовать того, как нельзя это давать. Второй момент. Я скажу так, освещение бытового насилия – это только часть проблемы, которая есть, к сожалению, в журналистской среде. Вопросы освещения кибербуллинга, вопросы освещения суицидов – это очень ключевая проблема. Освещая суициды, мы проводим с журналистским сообществом ряд мероприятий. Действительно, вот, что нельзя освещать так, что это может стать побуждением или же к тому, что другие тоже могут выходить как суицид, особенно среди детей, как решение проблемы. Действительно, мы как родители и в целом как отцы тоже, я понимаю, это серьезная проблема. И она действительно упирается в две вещи. Первое – это понятие, естественно, тут уже вы правильно сказали, профессиональное обучение журналистов. Не только профессиональное, но и этики. То есть журналистская этика, естественно, никто ее не отменял. Но здесь мы как министерство сталкиваемся с некой проблемой в том, что вот мы должны понимать, где есть грань. Если мы начинаем вмешиваться, то это получается цензура. Но цензура, соответственно, с Конституции запрещена. И когда мы говорим, коллеги, нужен институт саморегуляции, здесь очень важен. То есть само журналистское сообщество должно выработать какие-то общие правила. Я не говорю про кодекс, потому что многие журналисты, особенно те, кто работают по 15, по 20 лет, говорят, создавайте кодекс этики, создавайте какой-то совет, но я не буду их слушаться. Я сам знаю, у меня изнутри моя этика, это является основой нашей работы. Соответственно, мы здесь немножечко должны действовать не административным, не путем запретов, а путем так некой регуляции или же конструктивного диалога. И я предлагаю в этой связи две вещи. Значит, касательно именно бытового насилия, мы готовы организовать семинар на базе с участием министерства, готовы предоставить площадку и готовы пригласить наиболее крупные всех участников медиарынка, чтобы они приняли участие, и мы выработали, не может не стандарт, но какие-то общие подходы в освещении вопросов бытового насилия, особенно насилия в отношении женщин и детей. Это первое. Второе, учитывая важность проблемы, ее актуальность, я готов предоставить площадку Astana Media Week. Это наше ежегодное мероприятие в области СМИ, крупнейшее в Центральной Азии. Мы готовы организовать панельную сессию или какое-то отдельное направление, где мы будем это обсуждать. Где Сергей Аркадьевич, вы примите участие, Динара, вы можете в качестве модератора, Жайнагорь, пожалуйста, мы готовы представить, давайте обсуждать, давайте решать. И министерство, в частности, комитет информации, я как председатель, крайне заинтересован, что эти вопросы поднимались и находили свое решение. А параллельно мы, конечно, будем продолжать, вот Жанна Гуль правильно отметила, план мероприятий, план, у нас есть системный план по дальнейшему обучению журналистов, по повышению их профессионального уровня, этического уровня в освещении ключевых проблем нашего общества, в том числе кибербуллинга, вопросы суицида, вопросы даже расследования уголовных дел, где, к сожалению, некоторые средства массовой информации до вынесения приговора суда уже, исключая вопрос, краеугольный процесс, краеугольный принцип презумпции невиновности уже, как бы, образно говоря, клеймят. Поэтому, если есть у вас предложения, мы не только их рассмотрим, но и будем реализовывать совместно с вами, потому что мы крайне заинтересованы в повышении этического потенциала, этической составляющей в освещении различных проблем. И последнее, конечно,
журналистское сообщество мы должны, с одной стороны, понимать как рынок. То есть рынок, к сожалению, где хайп, где управление манипуляцией играет большую роль. То есть так называемый кликбейт. Кликбейт, где вот, благодаря этому они наращивают популярность, наращивают свою как узнаваемость, цитируемость. И в погоне за кликбейтом, к сожалению, намеренно или не намеренно пренебрегаются основные нормы этические, которые существуют в сфере журналистики и в освещении таких актуальных проблем. В завершение я бы еще раз пригласил бы всех нас. Я готов принимать участие и создать рабочую группу, чтобы мы на площадке Астана Медиа Вик или отдельно рассмотрели все вопросы, связанные с гендерным развитием нашей журналистики и в целом проблем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Можно, Жанна Голь? Минуту. Вот то, что сейчас сказали насчет суицида, уже в 2011 году в Министерстве информации как раз этот вопрос рассматривался. Журналисты тогда пришли к общему мнению, что как освещать или вообще. И тогда была рекомендована всем этот вопрос особо не освещать, приостановить. И так далее. Вот во втором, сейчас эти курсы, тренинги, семинары, которые проводят, надо там, кто будет проводить. В основном иногда туда идут проводить люди, которые вообще не профессиональные журналисты. Журналистики это оказались случайно, а тут еще мастер-классы дают. То есть здесь, наверное, тоже надо обратить внимание на тех, кто будет вести вот эти тренинги и так далее. Обратить, чтобы там были профессионалы, профессиональные журналисты с профессиональным журналистским образованием. Вот это я хотел. Ага, и как раз-таки я думаю, что да, очень актуальная тема, потому что в сегодняшний день очень много тренингов всяких курсов, очень много тренингов компаний, которые дают сертификаты, но на самом деле люди, которые преподают журналистику или какие-то там курсы, они, эти люди никогда в сфере не работали, не имеют соответствующих квалификаций. Это тоже проблема. Возможно, мы это поднимем как предложение, может быть, да, Сергей? Тоже очень интересно. Да, коллеги, дело в том, что я вот писал на этот раздел свой отклик и упомянул о том, что порядка 1600 журналистов было обучено бюро ЮНЕСКО в 2021 году, потому что вот вы даете данные там по Интерньюсу, но дело в том, что стандарт-сеттер, организация, которая делает стандарты в области качества журналистики, это не секрет, это ЮНЕСКО и именно Международная программа развития коммуникаций, которая сейчас уже делает доступными 85 модулей от освещения климата до вопросов миграции, насилия в отношении женщин. Я не буду перечислять все эти 85 тем, но я хочу сказать, что они все становятся основой для новых учебных программ как в вузах нашей страны, так и для, так сказать, повышения квалификации профессионалов. Я полностью согласен с господином Издаулетом относительно того, что должны преподавать журналисты, люди с опытом. И, конечно, тут очень важны методики, потому что обучение, основанное на потребностях обучаемых, и когда в центре мы видим журналиста с его потребностями, мы видим медиаиндустрию, которая диктует эти потребности. Это очень важно. Поэтому стратегия выработка качественного видения того, каким образом повышать эту квалификацию, она во многом будет зависеть от того, как будет написан текст по категории 4, вот именно потенциал СМИ. Мы уже сегодня услышали целый ряд рекомендаций, я надеюсь, что они войдут. Очень жаль, что исследователя по данной категории с нами нет сегодня. Но я надеюсь, запись останется, и мы все эти предложенные вопросы отразим в качестве таких текстовых рекомендаций по категории 4. Спасибо. Сергей, мне бы хотелось еще дать слово, если это возможно, директору телеканала «Казахстан», именно по кадровым вопросам, Ерке Мухаметжан. Ереке, сәлематсызба. Шараға қатысуға рұқсат келіскеніңізге рахмет. Бір-екі ауыз сөз айтасыз ба? Ой, қосасыз ба?
Саламатсыздар. Саламатсыздар. Еркін Таңатханұлы, Қазақстан телеканалының директоры. Осы жерде. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі мына шараны ұйымдастырушыларға рахмет. ЮНЕСКО кеңсесіне бір-екі мәселені айта кетсек. Ол бірінші жаңағы зерттеулерге назар аударылған. Біздің бақтың қалай дамып келе жатқаны. Қазір мен айтар едім, мына идеялардың жетімсіздігі, идеялардың аздығы. Яғни осы бағытқа да назар аударса деп ойлар едім. Біздің қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында қай бағыттар дұрыс жетілмеген, қай бағыттар дұрыс таралмай жатыр, қай бағыттарға мынандай үлкен біздің Қазақстан телерадиокорпорациясы сияқты үлкен институттар қай бағыттарға назар аударғаны жөн дегенде бір зерттеу қажет секілді. Себебі мысалы енді шоу бағытында кеттік пе, әлде телесериалдарға назар аударып кеттік пе, әлде саяси бағытқа назар аударуымыз керек пе, әлде экономикалық анализдерге назар аударуымыз керек пе, осы мәселелерді де бір зерттеп рекомендация беріп жатса бізге жаман болмас еді. Себебі біз өзіміз де зерттеп отырамыз, дегенмен сырт көз сыншы дейді ғой, сырт көзге жақсырақ көрінетін секілді. Осы бағытта бір өтінішіміз бар. Енді кадр мәселесіне келсек, біздің корпорация үшін кадр мәселесі соншалықты өткір тұрған жоқ. Оны мен жасырмай айтам, себебі бізде 14 филиалымыз бар, жаңағы бірнеше телеарнамыз бар, үлкен корпорация болғандықтан бізде мерекратия дейміз, сатылап өсу деген мәселе жақсы жолға қойылған. Сондықтан біз облыстардан өзіміздің телеарналардан қарап отырып жаңағы жақсы кадрларды орталыққа тарта аламыз. Дегенмен әрине бар мәселе, кадр мәселесі кейінгі жылдары, кейінгі кездері бірте-бірте өткірленіп келе жатыр. Себебі журналистикалық факультеттерде жаңағындай теориясына көп мән береді де практикаға мән бермейді. Сондықтан кейбір жағдайда оқу бітіріп келген жас маманды практикаға мына жерде қайтадан жаңадан үйретуге, оқытуға тура келетін кездер болады. Бұл ретте Қазақстан телерадиокорпорациясы биыл медиа мектебін ашты өзінің ішкі және сол медиа мектепте жұмыс оқыған бірнеше жас маманды жұмысқа да алды. Бұның барлығы былай шыққанда біз жаңағы өз мәселемізді өзіміз шешуге ұмтылып жатқанымызды білдірсе керек. Әрине корпорация ол оқытумен, үйретумен айналысуға тиіс емес, дегенмен жаңағы мәселенің бір шешімі ретінде осындай шешім қабылдап жұмыс істеп жатқанымызды айтқым келеді. Басқа мәселелер бойынша жаңағы суицид мәселесін, я болмаса тұрмыстық зорлық зомбылықты жаңағыдай тарату мәселелерінде біз Қазақстан ұлттық телеарнасы, енді бұл өзі үлкен тарихы бар біздің елдегі жалғыз телеарнаға үлкен бастапқыдан келе жатқан, сондықтан өте қатты қаралады. Біз жаңағындай кемшіліктер кетпейді деп сендіре аламын. Себебі бірнеше сатылық қадағалауымыз бар өзіміздің ішкі. Дегенмен жаңағындай бұл мәселеде жаңа Қанат Жұмабайұлы дұрыс айтып отыр, бір ортақ шешімге келгеніміз жөн еді. Баяғы әлгі синдром Вертера дейді, жаңағындай бір дүниені көрсетсең оның көбейіп кетеді. Тіпті бір кездері жаңағы енді журналистердің арасында айтылады ғой, жаңағындай туған сәбилерді жас аналар босанып соны тастап кетуі, жаңағы туалетке тастап кетуі деген сияқты мәселелер бір кездері тіпті челлендж болып кеткен сияқты бір оқиғалар болды. Бір екі айдың ішінде бір 4-5 оқиға қатарынан тіркелді. Сол бір таратсақ біреуге де кеңес беріп отырған сияқты боламыз. Сондықтан бұл мәселеде біздің ішкі редакциялық кеңестің өзінде әртүрлі көзқарас бар. Біресе ақпаратты береміз бе, бермейміз бе деген мәселелер де болады. Сондықтан бұл ретте жаңа Қанат Жұмабайұлы айтқандай, барлығымыз ақылдаса отырып, кеңесе отырып бір ортақ ұйғарымға келгеніміз жөн секілді. Шараны ұйымдастырғандарыңызға рахмет. Жайнагүл, сізге бізге мынау рекомендацияларды жаңа тіптен қырналып жонылады ғой әлі, дегенмен сол рекомендациялардың жаңа рабочий варианты болса да қазір де бере берсеңіздер, біз өзіміздің жұмысымызға болашақта пайдаланамыз деп ойлаймын. Рахмет. Үлкен рахмет. Үлкен рахмет, еркін. Осы жерде Дамир Музафарович бар ма? Дамир Музафарович, вы здесь? Есть одна поднятая рука. Ага, прошу.
Да. Добрый день, коллеги. Да, мое имя Ильшан Кабышев. Я директор Федерального фонда Digital Paradigm. Я вместе с Русланом Дайрбековым мы будем писать. Мы пишем сейчас пятый раздел. Я просто услышал слова уважаемого представителя комитета информации. Я не знаю, можно ли вообще тут комментировать или нет. Если нет, то окей, можем пойти дальше. Ага. А сейчас, по-моему, Руслан должен выступить, да? Вы вместо Руслана выступите, да? Нет, Руслан, он как бы первым начнет. Руслан сам будет выступать, да? Тогда давайте сделаем так. Сначала выступит Руслан, потом вы как бы после него, да, или как? Вы вместе будете выступать? Хорошо, Руслан. Безумно. Да, Руслан, вы готовы? Сейчас я поделюсь. Я бы хотела бы представить Руслана Дайрбекова. Он у нас работает по пятой категории, по инфраструктурному потенциалу, да, Казахстана. Руслан, вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники консультативного совета. Для меня большая честь быть вовлеченным в работу проекта «Оценка показателей развития СМИ». Мы будем как раз создавать аналитический исследовательский отчет на тему инфраструктурный потенциал. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, действительно для удовлетворения потребностей средств информации требуются разнообразные типы инфраструктурной и технической поддержки. И к ним относятся и цифровые медийные технологии, производственное оборудование, технологии спутникового вещания и так далее. Все те технологии, которые обеспечивают возможность собирать, обрабатывать и распространять информацию. К ним, ну, мы также должны понимать, что к ним также относятся и низкотехнологические средства общинных средств массовой информации, которые записывают материал на кассетах, используют радиоточки и так далее. И вот на примере развития инфокоммуникационных технологий в отдельных организациях СМИ, мы как раз и планируем оценить такие показатели, как использование или отсутствие многоплатформных систем доставки информации, например, таких как электронный доступ к газетам, к радио, к телепередачам. Кроме этого, хотим оценить возможность хранения и архивирования информации, использование инфокоммуникационных технологий для предоставления возможности гражданам заявить о себе в СМИ, а также рассмотреть долю журналистов, имеющих безопасный, надежный и недорогой доступ к инфокоммуникационным технологиям и также, в частности, к интернету. И, кроме этого, планируем также провести сравнение между государственными, частными, общинными СМИ в отношении использования ими ИКТ. Ну и мы должны понимать, что, конечно, важную роль играет правовая или институциональная реформа для обеспечения последовательного регулирования ИКТ. И в этой связи первое, с чего мы начали, мы рассмотрели на данный момент концептуальные нормативные правоакты, и в этой связи мы как раз рассмотрели государственную программу «Цифровой Казахстан». 12 мая 2022 года данная программа утратила силу, однако уже есть определенные показатели по ней, и именно в части использования цифровых технологий в среднесрочной перспективе и условия для перехода экономики Казахстана на новый уровень использования цифровых технологий. И в этой связи как раз у нас на данный момент есть одна из рекомендаций, и вот современному специалисту в области медиа чрезвычайно важно обладать как базовыми навыками цифровой грамотности, так и профессиональными навыками для осуществления своих профессиональных обязанностей. И в этой связи, вот, изучив основные концептуальные национальные программы в области развития и повышения уровня цифровой грамотности, к сожалению, здесь вот не до конца раскрыт тот
стандарт, индикатор, можно назвать, то есть медийной информационной грамотности. Данный стандарт на данный момент уже разработан, то есть есть отдельные документы ЮНЕСКО по этому поводу. И вот мы хотели, как раз одна из рекомендаций, это будет как раз повышение медийной информационной грамотности, однако в срезе цифровой грамотности, так как на данный момент есть уже в связи с развитием технологий, есть уже такие определенные вещи, как, допустим, этические стандарты использования искусственного интеллекта. Кстати, вот у ЮНЕСКО тоже очень большой есть опыт в этом, есть определенные стандарты, на которые мы будем также ссылаться. Конечно, сюда можно к медийной информационной грамотности, к цифровой грамотности журналистов, СМИ, также можно, конечно, отнести и уровень осведомленности относительно цифровых прав, то есть это доступ к информации онлайн, это право на неприкосновенность частной жизни, приватность. Ну и, конечно же, сегодня уже много говорили, упоминали коллеги-эксперты относительно защиты персональных данных. И то есть данный аспект также является ключевым, на наш взгляд, в рамках именно развития цифровой грамотности. То есть вот одна из рекомендаций, которая будет на выходе, при исследовании будет как раз вот повышение медийной информационной грамотности. Кроме этого, возвращаясь к рекомендациям, то есть мы знаем, что с 2015 года происходит переход на цифровое вещание, и то есть вот, цифровизация телерадиовещательного сектора. Да? И в этой связи одной из наших рекомендаций также будет, то есть мы понимаем, что в рамках этой цифровизации телерадиовещательного спектра освободились отдельно аналоговые радиочастоты. И для нас кажется, что очень важно, чтобы все те высвободившиеся частоты были переданы не отдельным компетентным органам силового блока, но также должны они быть использованы для общинных медиа, то есть, опять-таки, для того, чтобы у общинных СМИ, медиа была возможность использовать эти частоты для создания для радиоточек, то есть своих радиоканалов. Особенно это важно именно для СМИ, которые находятся средств информации в труднодоступных местах. Вот. И, конечно, кроме этого, одни из рекомендаций, которые мы рассматриваем в дальнейшем, хотим включить в отчет, это, конечно, мы считаем, что национальные программы должны учитывать доступ к технологиям именно во время обучения журналистов, да, то есть это в академической среде. И напоследок, то есть одна из рекомендаций, которую также мы хотим включить в наш отчет, это то есть так называемые, то есть медийные организации предоставляют технологии для повышения квалификации своих сотрудников. И то есть вот одна из рекомендаций будет направлена на то, чтобы как раз вот медийные организации так или иначе обучали своих сотрудников медийной грамотности, использования технологий, ну такой так называемый шеринг технологиями между всеми заинтересованными сторонами. Вкратце у меня все. Если есть что-то добавить Елжану, то, в принципе, Елжан, тебе слово. Да, в общем, мы первоначально рассмотрели программу ССПО Казахстан, уже в будущем будем затрагивать другие нормативно-правовые акты, касающиеся медийной грамотности и обеспечением техническим оснащением сотрудников медиа. Я просто хотел еще уточнить такой как бы факт еще, кто пишет по теме, уважаемый председатель комитета информации Канат Жумбаевич затронул тему кибербуллинга и защиты детей в интернете. Здесь я думаю, если это возможно, конечно, буквально мнение на минуту. Здесь в основном проблема также касается и самого законодательства в части того, что мы можем ли вообще защищать детей в интернете. В первую очередь объясню, потому что
в нашем законодательстве как будто бы детей в интернете нету, потому что нужно обращать в первую очередь закон о связи, который устанавливает понятие интернет-пользователя, кто такой абонент. Абонент, заключивший договор, это юридическое или физическое лицо с оператором связи. То есть нужно обращать на дееспособность. Дети не могут заключать договоры с провайдерами на получение доступа в интернет. Предоставляет доступ в интернет это родители. И в первую очередь прерогатива по обеспечению безопасности, защите детей от вредной информации носят все-таки родители. И ограничивает доступ к каким-либо материалам по основаниям вредной информации для детей. Сейчас довольно-таки сложилась очень спорная практика, потому что основание, она довольно-таки очень расширенная, и подвести под вредную информацию для детей можно практически любой контент в интернете. Вот этот маленький момент я бы хотел добавить, может быть, было бы как-то освещено в другом разделе по защите детей в интернете, и в случае необходимости я мог бы дать необходимую информацию соответствующему эксперту. Спасибо. Канат Жумабаевич уже вышел из Зума, так как у него было освещение. Ну, наверное, Диане Акримовой это было бы интересно узнать в ее разделе. Да, мне кажется, спасибо, Елжан, за ваше предложение. Просто вы эту информацию, пожалуйста, по возможности подготовьте в текстовом виде, чтобы мы... Вот взаимопроникновение, знаете, надо синхронизировать все наши тексты между собой и нашу экспертизу, опять же. У нас очень много самой разной экспертизы мы видим. Я думаю, что это как раз тот момент, где мы могли бы соприкасаться. Я еще хотел добавить к тому, что сказал Руслан Даирбеков относительно медийно-информационной грамотности. Дело в том, что медийно-информационная грамотность касается каждого гражданина, каждого человека в стране. Люди сталкиваются с дезинформацией, с распространением фейков через WhatsApp-мессенджеры, через другие технологии. И, конечно, речь идет о том, какую роль на себя берет средство информации для того, чтобы обучать граждан. Это первое. И сюда входит и тематика цифровой грамотности, цифровые права, безопасность, личная безопасность и так далее. Вот в этом плане рекомендация господина Даирбекова, я думаю, она очень актуальна. И второе, это рекомендация по медийно-информационной грамотности касается так называемого user-generated content, то есть содержания, генерируемого пользователями. Дело в том, что для участия граждан в СМИ необходимо понимание, знание, технологии и качественного содержания. Для того, чтобы вот те ролики на YouTube, имеющиеся у граждан, могли мигрировать в контент и повышать доверие граждан к средствам информации. Потому что все любят смотреть на себя. И мы понимаем, что если ролики или же какой-то либо контент произведен качественно, и граждане принимают в этом участие, это как раз та самая площадка для взаимопроникновения и взаимного сотрудничества между СМИ и гражданами. В этом плане медийная информационная грамотность, она актуальна для того, чтобы не распространять дезинформацию, не распространять некачественный контент, а как раз-таки, основываясь на интересах граждан, распространять, можно сказать, Сергей, балансированный, можно... хороший контент. Можно вас... Я думаю, вот медийная грамотность – это вообще не тема развития СМИ, например. Если вы хотите рассказать о грамотности, там, о контенте, то о том, что там какой-то там блогер там, или там какой-то гражданин что-то создал, какой-то контент, и это должен перекочевать в СМИ, это совсем другая отрасль, это же… Гражданская журналистика называется. Это совсем другая. Если вы хотите рассказать о положении СМИ, а как вообще развивается СМИ в Казахстане, при чем тут цифровой Казахстан? СМИ неотделимо от граждан. Медиаграмотность. Это совсем другие вещи. Медиаграмотность населения, это не относится к грамотности СМИ. Это вы должны писать не о медиаграмотности. Да, к сожалению, сегодня... А вообще положение СМИ.
Я, вы все смешали в этом исследовании. Я думаю, что нам есть что сказать на эту тему. Дело в том, что журналисты Узбекистана, например, они прямо сказали и Таджикистана, и Кыргызстана о том, что нам не хватает знаний по медийной информационной грамотности самим журналистам, чтобы критически мыслить, чтобы верифицировать контент, чтобы делать факт-чекинг, для того, чтобы работать качественно с информацией. И эти навыки медийной информационной грамотности нужны не только для населения и граждан, но и для журналистов в том числе. Если я вам говорю, если какой-то СМИ собрал детский сад и пишет об этом, это же не означает, что в Казахстане все СМИ такие. Надо же все разделять, там, мухи от котлет там, и так далее. Надо показать разный уровень. Ну, может быть, кто-то еще прокомментирует, коллеги. Сөзіңіздің жаны бар, үлкен рахмет комментарийлеріңіз үшін. Я бөлшекті үлкен стратегиялық тұрғыдан қара деп отырсыз ғой. Бұл жерде келтірілгендердің барлығы тек бірлі жарымды медиа емес қой. Әлі де бұл драфт, әлі де кеңейет тақырыбы, әлі де үлкейтіледі. Бұл жерде жаңағы көптеген дүние әлі қосылмаған негізгі бірінші драфт қой талқыланып жатқан. Сондықтан сізге жанашырлық танып жатқаныңызға үлкен рахмет айтамыз. У нас еще тут сидят медиа эксперты. Тасқын Булатұлы, Қанат Сахарян, я вижу его тут у нас в списке, может, они тоже, Гүлмира Султанбаева, я вижу, Динара у нас выступала, Асқар Ақтілеу тоже у нас руководитель АНПО. Если вы хотите выступить, если у вас какие-то есть комментарии, предложения, welcome. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе, Асқар? Саламатсыз ба, кеше. Асқар тілші қоғамдық қорының жетекшісі, иә? Рахмет, Жанагүл. Шамам келгенше осылай айтып көрейін. Меня зовут Асқар Ақтілеу, я из города Ақтөбе. Представляю медийный инфо тілші. У меня пару, если я правильно понял повестку сегодняшнего мероприятия. У нас есть районные газеты. Вот, когда в таких больших тусовках, медиатусовках, рассказывают глобальные проблемы там, на уровне республики, регионы забываются, а районы, это дальше областных центров, они вообще не упоминаются. У нас есть такое понятие госзаказ, и наши районные газеты, сейчас они все приватизированы. Каким путем это уже в регионе все знают. Их заставили там кому-то продать там через аукционы и вынудили выкупить. И они сейчас в руководствах сидят не журналисты, не медийщики. И дошло до того, что некоторые районные газеты теряют государственные деньги. Ну, они вот рассчитывают на госзаказ, а их забирают то Алматы, то Чимкентские, кто участвует в госзакупках. И в итоге районные газеты остаются без средств существования. Я знаю коллег, которые берут кредиты, чтобы погасить зарплату. И я вообще не сторонник госзаказа, но тем не менее им нужна какая-то помощь. Если не в виде госзаказа, а хотя бы какой-то поддержки. И чтобы деньги в Ақтөбе остались у этих районных газет. Потому что, я понимаю, в Ақтөбе можно рекламу найти, может, трудно. И в Алматы, и в Астане можно найти рекламу, договориться. А в районах у них там 3-4 журналиста, и бедняжки без денег сидят, без развития, без образования, без ничего остались. Я не знаю, в каких в других регионах как вообще с районными газетами, но в Ақтөбе вот такая ситуация есть. Недавно приезжал министр Умаров, но я не видел, что районные газеты выступали перед министром, что они свои проблемы довели. Но в таких кругах, в своих там местечковых посиделках, вот такие мысли иногда мы слышим. Содан кейін по образованию, вот господин Искаков сейчас вышел, я хотел ему задать вопрос. Он много чего инициировал, обещал, что там поможет с площадками, с ресурсами, да. Но у нас есть опять-таки понятие госзакуп. У нас выиграют непонятные конторы, проводят медийные мероприятия в регионах, и мы в соцсетях находим, что они провели, с кем провели, кто там проводил. Это ужасно. И если заинтересованные лица есть с министерства, я могу предоставить все вот эти, ну, чтобы проверили, куда тратятся госсредства по там, обучению журналистов, скажем, там, пресс-секретарей журналистов, но не целенаправленно расходуются эти деньги.
И еще у меня одно предложение было. Сейчас. Вот я присоединяюсь к Диане. Диана Климова сейчас много чего говорила. Кто-то другой выступал. Там перечень идет, кто обучает журналистов, это в основном международные организации. Я бы хотел, чтобы и со стороны государства, провластные органы тоже занимались этим вопросом, обучением, там, повышением квалификации, потому что в перечне вот Адельсос, правовой центр, Медианет, там кто еще, но не министерство, не акиматы, не еще кто-то другие. Спасибо за... Жайнагул Рахмет, Сузверген. Спасибо большое, Скарликен Рахмет. Есть еще желающие? Только комментарий в ответ. Уважаемый Оскар, спасибо за ваши комментарии. Дело в том, что вот мы не исследуем шестую категорию. Это показатели жизнеспособности СМИ. Вклад средств информации в экономику. Затем, вот, то есть все экономические аспекты, связанные с финансированием, участием СМИ в экономическом процессе, они сейчас у нас опущены в этом исследовании. Мы касаемся только правовых аспектов, мы касаемся в большей степени. Ну, конечно, есть раздел рекламы, но как таковой госзаказ вообще в международном стандарте он отсутствует. Поэтому это такая особенность новых независимых государств наших, которые вот развивают свои средства информации таким образом, например, через госзаказ. Но госзаказ не является стандартом. Вот. Когда мы говорим о том, какой вклад делает СМИ в экономику, какие способы заработка, какие успешные бизнесы развиваются, это несколько другое направление. Я надеюсь, мы дойдем когда-нибудь в одном из годов, когда-нибудь сделаем такое исследование. И это будет возможно ответить на ваш вопрос. Относительно того, чтобы повышать потенциал не только с помощью международных организаций, наверное, фонд «Медиадамыту-Кары» тоже скромно сидит и молчит на эту тему. Но мы знаем, что начиная с 2016 года сам фонд «Медиадамыту-Кары» также инициировал целый ряд тренингов. Но мы не увидели это в тексте. Я думаю, что необходимо также вашу, уважаемая Жайнагуль, представить в этом документе. Это первое. Ну и, конечно, мы знаем такие организации, как Минбер, это казахский тоже фонд развития средств информации, и другие игроки, они тоже работали на региональном уровне. Потому что большое количество тренингов, но не забывайте, что мы рассматриваем только 2021 год. Именно что было в 2021 году, какие тренинги проводились. Мы не рассматриваем всю историю, начиная там с 92 года были тысячи тренингов, и мы все это опускаем, к сожалению, пока. Вот. Поэтому просьба к исследователям ограничиться 2021 годом, с 1 января смотрим, что было по 31 декабря. В 2022 году уже другая история будет и другое исследование. Оскар, если я хоть как-то смог частично покрыть, дайте знать. Ответить на ваш вопрос. Спасибо большое. Есть еще вопросы, еще комментарии, желающие выступить? Замечательно. Гульмира Серикбаевна, вы с нами? Может быть, у нее интернет очень плохой, она то подключается, то выключается. У нее интернет, по-моему. Ну, дело в том, что если говорить о Гульмире Серикбаевне, важно отметить то, что ее случай, ее проект по именно в 2021 году по журналистике данных, по применению качественной журналистики на основе открытых данных, а также на основе собранных данных, это именно повышение качества журналистских расследований. Было бы очень интересно узнать вот результаты, но мы знаем, что выпущено уже 4 книги на 4 языках, если не на 5. Русский, казахский, кыргызский, таджикский, узбекский – это 5 языков. Вот. И сейчас Международная программа развития коммуникации рассматривает
это учебное пособие как передовой опыт для других стран, потому что 19 факультетов журналистики работали сообща, и мы знаем, что именно вот кафедра ЮНЕСКО Казахского национального университета, факультет журналистики сыграли большую роль в распространении этой информации среди других вузов. Они также проводят такую сетевую работу. Вот. Если есть возможность, значит, не только центральные вузы подключать, но и также региональные вузы и те организации повышения квалификации, вот как ваша АСКАР, было бы здорово, чтобы мы работали все сообща. Потому что важно поддерживать связь со всеми, так сказать, игроками в этом процессе, не ограничиваясь только Нур-Султаном и Алма-Атой. Здесь я категорически с вами согласен. И спасибо за ваше предложение. Как самое слабое место надо указать именно вот слабое развитие региональных СМИ. Конечно, Жанбата. Да. Конечно. Дайте ваши рекомендации, мы ждем их от вас. Да, напишите, да. Напишите. Жанбата, да. Почему-то я до этого не подумала. У нас около 30 программ по журналистике по регионам. В основном у нас 3-4 вузов центральных, а остальные все программы по журналистике, обучение, академическое обучение в регионах. Можно будет в следующий раз на заседание МКС пригласить тоже деканов факультетов журналистики, я думаю. Они тоже, мне кажется, заинтересованы. И Гульмира Султамбаева пишет, что она не может подключиться, так как у нее очень плохая связь. Профессор Султамбаева пишет. Сергей Аркадьевич, большое спасибо. Да? Нам просто нужно учесть ту работу, которая проводилась в 2021 году. Один из успешных проектов по сотрудничеству вузов, я думаю, это был как раз проект Гульмиры Серикбаевны. Угу. Если больше нету вопросов, тогда я думаю, что можно завершить наше сегодняшнее заседание. Уважаемые исследователи, Сергей, спасибо вам большое за... Давайте фотку сделаем перед окончанием. Очень многие люди вышли, все отпросились. Да. У нас осталось 15 человек. Могу я попросить подключиться всех, подключить веб-камеры, чтобы мы сделали совместное фотографирование? Нас осталось 15 человек. Ребята, я могу всех вас попросить подключить веб-камеры для того, чтобы сделать очень хорошее и красивое фото на память. Можете сделать? Вот есть проблема гендерного равенства. Видите, больше мужчин, меньше женщин показывают свои лица. Спасибо вновь подключенным. Внимание. Александр, сделайте фотографию. Два ряда я отснял, которые были с фотками. Сейчас еще надо, чтобы Гульмира Серикбаевна попала. Еще раз. Три. Смотрим в объективы. Четыре. Всем спасибо за видео, за фото, извините. Спасибо большое. Наверное, будет видео доступно, да, после того, как мы завершим. Да, я отправлю всем вам, исследователям, видео. Спасибо за участие. Разрешите поблагодарить всех за эту работу, потому что проделана большая работа, мы видим это. Ждем ваши рекомендации. В ближайшее время мы хотели бы обсудить это в ООНовских группах, это исследование, и дать пищу для размышлений с тем, чтобы вот эти рекомендации стали основой для программ развития. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо Динаре и Ельшану особое за участие, за активность. Спасибо большое. До свидания. Салам, Салькин Рахмет. Спасибо. Всем до свидания. Спасибо большое.